Добрый день, дорогие товарищи. Всех поздравляем с нашим очередным виртуальным уроком. Вообще сегодня у нас большой график, да, ведь в течение полудня идут наши непрерывные виртуальные занятия, причем это не запись, а реально происходит. Вот у меня сразу же мой товарищ Саша Козлов, посмотрите на него, вот, он мне сейчас сразу же подсовывает. Друзья, читаю первый раз, так что не знаю, что тут есть. У вас есть уникальная возможность собираться каждое воскресенье вместе с Михаилом Лайтманом. Ибней Барох в наших центрах или других помещениях, а конечно в интернете. Для всего нашего каббалистического сообщества предлагается широкая воскресная программа, которая транслируется на многих языках. Вот тут есть времена. В 3 часа урок по подготовке к Зоару. Это то, что вы сейчас уже прослушали. В 4 часа это виртуальный урок Лайтмана по книге Зоар. В 5:30 урок Лайтмана для детей. Потом в 6:45 мировое сообщество собрания товарищей. И потом в 8 часов групповой урок Бней Барух. Чтобы не ошибиться с расписанием, будьте вместе с нами все это время, весь воскресный день. Очень просто. Решение очень простое. То есть все воскресенье выделить для нас, для всех нас во всем мире. В этот воскресный день одновременно в десятках наших центров во всем мире. Через неделю, вот это очень важно. Воскресенье 28 марта. Через неделю, да. Ага, да. Понятно. Особое такое. В это воскресенье 28 марта, то есть через неделю, одновременно в десятках наших центров во всем мире, а также в виртуальной группе пройдет встреча с приглашением большого количества гостей. Называется это «Вечер единства. Открываем Зоар». Эта встреча проводится по примеру и под впечатлением вечеров единства и мирового конгресса, успешно проведенного в Израиле. Она выражает желание всего мирового клип взрастить силу единства до такого уровня, чтобы ее почувствовал каждый в любом уголке Земли. Значит, в воскресенье следующее, ну, соответственно, и мы, наверное, будем чем-то другим заниматься, а не обычным Зоаром. Единство – это, конечно, самое главное. Это цель творения. Единство – это то, к чему мы должны прийти, собрать все наши килим в одно единое кли. Это и есть единство. В мере нашего объединения раскрывается Творец между нами. Я не знаю, правильный, хороший ли это пример, понятный ли он, но мне кажется, что он такой, как, знаете, сушеные сухарики плавают в бульоне, кусочки такие. Так вот мы плаваем в свете Творца, но его не чувствуем, потому что не желаем выйти из себя и начать соединяться с другими. Как только мы из себя пожелаем выходить и соединяться с другими, то мы сразу же почувствуем, что все мы плаваем вот в этом свете. И в желании собраться между собой, соединиться между собой, замкнемся через этот свет. И таким образом Творец, он заполнит все это расстояние между нами. И мы, поскольку выйдем из себя, то мы сольемся с ним. Вот к этому мы и желаем прийти. Поэтому все эти вечера единства являются очень серьезной тренировкой к этому делу. И я вижу, насколько они, правда, действуют. Я никогда не предполагал, что все-таки такая большая сила есть в этих физических таких упражнениях. Потому что у Рабаши их было очень мало, не было возможностей. Мы жили в таком районе, очень ортодоксальном, страшном таком. И боялись много чего делать, и вообще это было все очень так замкнуто, все это скрыто. А сегодня мы с вами можем это все открыто проводить и пользоваться теми же рекомендациями каббалистов, только уже не обращая внимания ни на какие там условности, собираться и изучать, читать открыто то, что они рекомендуют. Так что единение, оно является тем единственным, пожалуй, физическим упражнением, кроме занятий и распространения, но оно самое такое глубокое, самое действенное, которое должно нам помочь. Потому что оно действительно в себе внутри уже несет связь между нами и с Творцом, что это одно и то же.
Так что будем с вами участвовать в этом. Кроме этого, предстоит нам вместе, мы еще с вами будем встречаться много раз в течение следующей недели, не этой недели, а следующей, начиная с воскресенья, потому что с понедельника начинается пасхальная неделя. Мы в это время практически не работаем и собираемся здесь в течение всего дня. Будут проводиться всякие мероприятия, уроки, вечера, вечерние трапезы каждый вечер. Так что вы приглашаетесь на все на это. Естественно, мы будем открыты для вас в любой трансляции с переводом и будем очень вас ждать на все эти мероприятия. Время, когда проводятся все эти пасхальные мероприятия, оно очень особенное, потому что мы знаем, что время в нашем мире, оно является следствием воздействия высших сил, поэтому в нашем мире есть разные времена, лучшие, худшие. Так вот, вот это время в году, оно является, кроме того, что это вроде бы весна, хорошее время, оно просто является на самом деле хорошим, потому что свыше идут очень такие добрые, хорошие силы. Если мы ими воспользуемся для нашего возвышения, то мы можем сделать намного более эффективные наши усилия. Вот это, пожалуй, все. Ну, вот там еще будут вопросы, мы будем на них потом отвечать. А пока давайте закончим с вами вот эту статью. Буквы Раби Амнона Саба, буквы дедушки Амнона. Последняя буква. Мы с вами говорили о том, что мы с вами просканировали все эти буквы, с конечной буквы, самой близкой к нам, которая является буквой ТАВ. Это самая близкая буква к нам, которая находится над парсой, парса, а здесь находится брия, яцера, осия, и здесь наши души. Шин – это буква, которая олицетворяет собой три линии. Рейш – это нехорошая, так не очень-то хорошая буква. Так, и Кув – это буква с длинной такой палочкой. Извиняюсь, я ее лучше нарисую в стороне, чтобы эту палочку можно было явно так показать. Кув, она вот такая вот, и с палочкой длинной. Вот эта палочка длинная, она олицетворяет нам вот такую линию ниже уровней букв, когда эта буква как бы выходит за границы мира Ацилут. Вот тут все, везде сверху находится мир Ацилут. И эта буква, она олицетворяет собой поступление света из мира Ацилут, буква Кув. Эта буква Кув также буква, происходящая от слова Ков, обезьяна, потому что она проводит вниз к нам, в наши души, в наше обезьянье состояние, животное состояние, подобное только еще человеку, проводит связь с человеком. То есть тот, кто находится в мире Ацилут, он называется человек, Адам, подобный Творцу. Таков мир Ацилут, это свойство отдачи. А мы находимся здесь под миром Ацилут, поэтому мы здесь находимся в состоянии, которое называется Ков, обезьяна. И вот эта буква, поэтому называется буква Куф или Ков, которая проводит к нам этот свет. А вообще эта буква, она специально исковеркана, потому что мы с вами здесь проходили много букв, и мы знаем, что есть такая буква особая, которая называется буква Эй. Вы видите, как они похожи? Только палочка в букве Эй маленькая, и поэтому это свойство бины, бина. А вот когда это свойство бины захотели продлить вниз, чтобы дать душам питание, чтобы они могли как-то существовать до своего исправления, то это свойство бины вот таким образом преобразилось в свойство буквы Ков, которая
помогает нам, как обезьянам, стать людьми, приподняться над парсой и войти в мир Ацилут. Значит, мы с вами прошли все буквы и остановились на букве Бет. Буква Бет – это особая буква, с помощью ее Творец создал мир. Не с какими другими буквами. Почему? Потому что это буква слова Браха. Браха – это значит благословение. Благословение. В иврите таких длинных слов нет вообще. Благословение. Так вот, ну, это так говорится, ну, благословение, да. То есть, практически, благословение – это значит, я благословляю Творца. А вообще, это не так. Истинный смысл, что когда я благословляю Творца, то при этом я становлюсь... как сказать, при этом я становлюсь возможным для получения высшего света. Кидаи, как сказать? Пригодным. Пригодным для получения света. Поэтому, с одной стороны, это благословение, вот оно благословение, а с другой стороны, на меня нисходит свет, Ормакив, который строит меня, который меня исправляет. Вот это и есть браха. И поэтому с помощью этого свойства Творец создал мир. А затем последняя буква Алиф, которая приходит к Творцу, должна прийти к Творцу. Вот. Алиф. Ну и стояла буква Алиф и не вошла предстать перед Творцом. Я читаю пункт 38 из книги нашей. Сказал ей Творец, почему ты не входишь ко мне, как все остальные буквы? Ответила ему. Потому что видела, что все остальные буквы вышли от тебя без желанного ответа. То есть ты всем отказываешь, чего же мне входить с одной стороны. И кроме того, видела я, как ты дал уже ответ букве Бет. Этот большой подарок, что с помощью этой буквы Бет, браха, ты создал мир. А ведь не может царь Вселенной забрать обратно свой подарок от одной буквы, от одного свойства, и передать ему другому. То есть, если так делает царь, то есть властитель, он понимает, что именно таким свойством он должен сделать мир, для того, чтобы привести его к своей определенной цели. Значит, это все определенно, зафиксировано, и здесь нет никаких протекций или чего-то. То есть, выбирается определенная задача, и она ставится Творцом и таким образом решается. Ответил ей Творец, хотя с буквой Бет я создам мир, но ты будешь стоять во главе всех букв, и не будет во мне единства, как только лишь через тебя. С тебя всегда будет начинаться расчет всего, и все деяния этого мира, и все единство только в тебе. В букве Алиф. То есть буква Алиф представляет нам собой единство. Единство, единение, соединение, союз. Одна, поэтому числовое значение ее один. И так далее. То есть все, она представляет собой единение, которое является смыслом, целью. А буква Бет является средством достижения этой цели. Почему она такая особенная буква Алиф? Мы с вами уже проходили, но мы с вами еще и будем проходить. Я сейчас об этом тоже вкратце расскажу. Буква Алиф особенно, на ней построена вся система исправления наших душ. Буква Бет – это сила исправления, а буква Алиф – это система исправления, методика исправления, схема исправления. Мы с вами учим так. Есть у нас Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Четыре части после кетера, распространение эгоизма, или пять частей всего есть в кли. Так? Из этого состоит любое творение, или все творение в целом, или любая мельчайшая его часть. Состоят из этих частей. Так? Если мы будем разбираться с вами, исходя из четырех стадий
прямого света. Зачем я вообще так пишу? Вот так вот. Из четырех стадий прямого света. То мы будем писать так. Корень, из которого все не сходит. Потом стадия первая, вторая, третья и четвертая. Первая стадия – это получающая. Называется хохма. Это получение. Но получение происходит потому, что от корня не сходит желание, и которое входит в него. Вторая стадия – бина. Поскольку свойство получения обнаружило себя получающей, противоположной Творцу, то вторая стадия захотела отдавать. Отдача. А третья стадия, поскольку состоит из предыдущих, из получения и отдачи, она захотела стать сама подобной Творцу, то есть получать, чтобы отдавать. Она называется Зеир Ампин, маленький Творец, маленькое лицо, маленькое подобие Творцу. То есть это получать, получать для отдачи. Таким образом я могу, как мы с вами уже говорили, уподобиться дающему. Но когда я это делаю, я начинаю осознавать, начинаю ощущать вот этого дающего и желаю все от него получить. И вообще получить, быть таким, как он. И поэтому вот эта стадия называется Малхут. Малхут от слова «власть», от слова «царство», «желание». Я желаю только получать. Причем получать и наслаждение, и статус Творца, абсолютно все. Если мы с вами еще отметим эти желания по их мощности, то это желание Кетер, это 0, 1, 2, 3, 4. Это авиют так называемый. Авиют. А если мы присмотримся здесь к этому, ко всему, то мы можем разбить эти желания на две группы. До бины, до середины бины, это все желание отдачи, которое идет свыше. Называется хохма и верхняя часть бины. Хохма, бина. Это называется гальгальта эйнайм. Так называется. Это отдающие желания. Они находятся выше всяких эгоистических дел. И желания, начиная с середины бины и далее, которые называются Ахаб. Это желание заддебины, называется Озен. Затем Зарампина, это Хотем. И Малхутпе. Или все вместе называются Ахаб. Так мы их называем. Если мы уже начали об этом говорить, значит, мы теперь понимаем с вами, что во всем мироздании и в любой части его существует у нас вот такое разделение на Гальгальтейнаем и на Ахаб. Ну и что дальше? А дальше то, что эти килим, эти желания могут отдавать, а вот эти желания хотят получать. Поэтому на эти желания, на Ахаб, существует запрет ими пользоваться вообще.
а пользоваться можно только желаниями Гальгальтайнаем или желаниями Ахаб, которые мы поднимаем в Гальгальтайнаем, вносим вот сюда вот, вот как-то так, включаем их туда. Давайте нарисуем немножко более явно, ярко, выпукло, понятно и красиво. Значит, у нас есть желание, которое называется Гальгальтайнаем. Это кетер хохма. Ну и немножко бины, даже не будем отмечать бину. Кетер называется Гальгальта, хохма эйнаем. Авиют 0 и 1. И есть у нас затем разделение, это все олицетворяет собой хохма, то есть буква Юд, потому что она олицетворяет собой, свет хохма, который из такой, из такого кончика буквы Юд возникает и затем распространяется к нам вниз. Затем существует разделение между этой буквой Юд, которая здесь вот существует, и остальными. Это называется парса, разделяющая полоса. И снизу существует еще буква, которая такая же, как эта буква, допустим, Юд, в обратную сторону. Которая олицетворяет собой Ахаб. Ахаб. Бина. Зерампин. Малхут. А мы сделаем маленькую такую, чтобы вас не вводить в заблуждение, что это как бы тут 4, а там 3 составляющие. Это просто мы так говорим. Ахаб. Вообще это Ахб. Так вот. Значит, все наше исправление заключается в том, чтобы из... Вот я нахожусь здесь вот под парса. Внизу меня миры, брия, яцера, осия. Я нахожусь здесь, душа моя, разбитая. Я ее сначала поднимаю, она состоит, естественно, из... 0, 1, 2, 3, 4 этих самых ступеней эгоистических желаний. Я исправляю сначала в себе желание 0, 1, поднимаю их в мир Ацилут, Гальгальтайнаем, создаю в мире Ацилут, а затем я уже, когда нахожусь с Гальгальтайнаем в мире Ацилут, я ощущаю себя, что я нахожусь там, на своем месте. Почему? Потому что эти части 0 и 1, они и относятся к миру Ацилут. Они относятся к отдающим свойствам. А ведь мир Ацилут, он весь находится в состоянии отдачи. И поэтому, когда мои Гальгальтайнаем оказываются там, они буквально чувствуют себя дома. А вот остальные эти части, Ахаб, они себя так не чувствуют. Я от них выбираю, из этого Ахапа, делю его на две части. На часть, которая называется клипа, которую я использовать не могу для отдачи, и часть, которую я все-таки могу поднять в мир Ацилут и тоже присоединить к Гальгальтайнаем. То есть часть Ахапа,
вот эта часть Ахаба, которую я могу поднять наверх, она называется Ахаб де Алия. Де – это такая, как называется на русском языке, приложение, а? Как? Принадлежность. Ну, в общем, относящиеся к этому. То есть Ахаб, который относится к подъему, поднимающаяся часть Ахаба. Ахаб де Алия. Алия – это подъем, де – это принадлежность. Оф, как по-английски. Вот таким образом действует исправление. То есть всегда я... Вы помните, с помощью чего я исправляю себя? Я исправляю себя с помощью буквы «бет». Это особое устройство, которое из мира бесконечности проводит мне свет. Я с помощью этого света исправляю в себе свое свойство «гальгальта и найм», и затем поднимаю над этим же свойством Ахаб. И получается, что я себя исправляю в форме буквы Алиф. В форме буквы Алиф. Поэтому Творец сказал, что тобой, хотя с буквой Бет я создам мир, то есть с ее силой, но ты будешь стоять во главе всех букв, и не будет во мне единства, как только через тебя. С тебя всегда будет начинаться расчет всего, и все деяния этого мира, и все единство только в тебе. Красиво. Умеет Творец разговаривать с желанием, с женской частью нашей души. И последний пункт из этой статьи, пункт 39. Создал Творец верхние буквы, относящиеся к бина, большими, и низшие буквы, относящиеся к малхут, маленькими. То есть, кроме того, что буквы делятся, мы с вами прошли таким образом все буквы, они еще делятся на большие и маленькие. В них еще есть числовые значения и так далее. Кстати говоря, маленькие и большие буквы, это не так, как в других алфавитах, в русском или в английском, что начинается предложение с большой, с заглавной буквы. Нет такого в иврите. В иврите все буквы одинаковые вообще. Строчная буква, с нее же начинается и первая, и она же первая буква в предложении, в первом его слове. Нет заглавных букв. А буквы большие – это специальные буквы, которыми обозначаются особые свойства. А начало предложения, оно так же, как его конец и середина. Нет никакой разницы в буквах. Не должно начинаться ни с красной строки, не должно начинаться ни с каких-то особых больших букв. Этого в иврите нет. Значит, есть другое обозначение больших букв. Создал Творец верхние буквы, относящиеся к бина большими. Почему к бина? Потому что у нас есть мир бесконечности. Затем мир Адам-Кадмон. Затем идет табур, так называемый. Табур. Затем идет мир Ацилут. Вот в мире Ацилут есть у нас Атик. Это надо обязательно знать. Просто запомнить. Арих Ампин. Аба Веима. Зерампин. И Нуква. Атик, он относится еще к предыдущему состоянию. Хотя он и находится под табуром, он как бы является промежуточным сверху к нам и от него уже вниз к нам. То есть он наполовину состоит из свойств, находящихся над табуром, и наполовину из свойств под табуром. Атик от слова «нейтак» – отделенный от мира Ацилут. А затем парцуф «арих ампин». «Арих ампин». Это значит «длинное лицо». Лицо называется «хухма» – «светом мудрости». Длинное лицо называется, потому что у него очень много света хухма. То есть это, я так пишу, хухма.
много света хохма в нем. А затем идут устройства такие очень интересные, уже непосредственно относящиеся к нам, называемые Аба ве Има. Вот это хохма. Не обращайте внимания, что и сверху хохма. Я все объясню. Хохма и бина. Аба ве Има – это папа и мама. Они на самом деле так себя и ведут. А затем идет Зерампин. Зерампином называется Творец. Интересно, что Творец, он, в общем-то, смотрите, где находится. Вроде бы такой, где-то не такой уж важный. А вот Нуква – это мы. Так вот, сказано так. Создал Творец верхние буквы, относящиеся к бина. Видите где? Вот здесь вот. Это большие буквы. Большие буквы. И маленькие буквы, относящиеся к Малхут. Они подобны друг другу, только эти маленькие, эти большие. Поэтому сказано «Берешит бара» – «вначале создал». Первые два слова из Торы. Вначале создал. Два слова, начинающиеся с бет. Помните букву бет? Потому что она пропускает через себя всю силу творения сверху вниз. А затем следующие два слова элуким, эт. То есть два слова, начинающиеся с буквы алиф. То есть первые два слова в Торе начинаются с буквы бет, бет. А затем алиф, алиф. Начало слов. Алиф и бет первые – это буквы бина. Алиф и бет вторые – это буквы малхут. То есть это бет – большая. Это маленькая. Это алиф – большая. А это маленькая. То есть показывается, как бина проводит вниз свою силу, строит внизу уже дальнейшее распространение своих сил, и приходит из бины свойство алиф, система, которая будет строиться тоже в Малхут. Вот таким образом и мы начинаем с вами сейчас изучать с помощью букв, каким образом по этой закодированной системе создавались миры, сферот, парцуфим, души. А далее каждый из нас может будет впоследствии проследить, каким образом он действует, каким образом он вообще проходит в мире свои состояния. Потому что, что значит Тора? Она описывает желание, которое проходит вот эти все состояния, постепенные на себе, под воздействием вот этого высшего света, исходящего из мира бесконечности, через все эти системы на нас. И читая таким образом текст, я через каждую букву прохожу, читая ее, я как бы ощущаю в себе эти состояния, я их прохожу, я знаю, какие я прошел, какие я еще не прошел, где я остановился, какие исправления мне надо проходить, какие нет, еще где я могу расширить себя, что я могу получить, что я могу увидеть, осознать. То есть книга начинает представлять собою Тора. От слова «ораа» – это инструкция. И от слова «свет». С помощью Торы мы получаем свет и видим в ней инструкцию, по которой с помощью света мы себя каждый раз поступенчато меняем, расширяем свои свойства и наполняем себя светом. В этом заключается вся работа каббалиста. То есть, в принципе, каждого из нас. Вот на этом мы с вами сегодня
и закончим эту статью буквой дедушки Амнона. Был такой дедушка Амнон, где-то около 3000 лет назад, великий каббалист, и в его честь названа эта статья в книге Зоар. У него существуют свои записи, но мы их не изучаем, потому что они очень сложные. Он записывал это для таких людей, как он сам, которые уже находятся внутри таких состояний, когда эти буквы для них просто символы, с помощью которых они живут, вот как мы сейчас слышим какие-то слова. И для нас они являются какими-то символами наших внутренних ощущений, переживаний, работы по сопоставлению какой-то информации. Так вот, есть люди, которые живут в мире духовных ощущений, а буквы являются символами, изображениями этих ощущений. Человек, как музыкант, смотрит на ноты и при этом может плакать, смеяться, в нем это играет. Так и каббалист смотрит на буквы, и он видит в их чередовании огромные-огромные пласты мироздания, раскрывающиеся ему. Так вот, он написал такие сочинения, которые нам очень сложно раскрыть. Они есть. Мы, может быть, до них когда-нибудь дойдем, это ради интереса раскроем, но, в принципе, они не написаны для нашего времени. А вот то, что взято в книгу Зоар и рассказано об этом, то это мы можем изучать, и это нам помогает. Кроме этого, кроме этой статьи в книге Зоар, есть еще много статей, которые называются «Буквы». Где-то 6, 7, 8 статей различных, меньших, чем эта статья. Эта статья основополагающая такая, базисная. А остальные, они рассказывают о разных таких интересных, применениях знания букв. Или как эти буквы складываются, образуются, чтобы мы, глядя на это, могли в себе различные свойства сопоставлять. И складывать из них новые свойства, то есть себя формировать. Ведь наш эгоизм представляет собой абсолютно бесформенное такое чьё-то состояние, такое, как глина. А формировать из него что-то можно, знаете, как дети делают формочками всякие такие, как называется, пирожные всякие такие, да, формочки. Как бы лепят из них. Тортики маленькие. Так вот, с помощью букв мы можем таким образом из своего вот этого бесформенного эгоизма лепить всякие формы. И эти формы, они уже образуются у нас в душе, и сочетание всех этих форм, оно преобразуется в слова, то есть духовные свойства, которые раскрывают в себе, если я сопоставляю в себе эти духовные свойства, я в них раскрываю Творца. То есть буква, она живая, она представляет собой желание, наполненное светом, состояние мое, ощущение мое, постижение мое. А если это чередование букв, то я приближаюсь к Творцу, я его ощущаю, я его воспринимаю, мы с ним общаемся, и это все вытекает в чередовании букв во мне, то есть всевозможных форм. А в итоге все эти буквы составляют книгу, которая называется Тора, как мы уже сказали, Ора, инструкция. Если я полностью всю ее прохожу, то я выбираю в себе абсолютно весь материал свой, составляю из него абсолютно все возможные формы, подобия Творцу, и становлюсь в конце чтение, воспроизведение в себе этой книги полностью подобным Творцу. И на этом заканчивается мое исправление. После этого там уже идут другие ступени, о которых мы с вами когда-нибудь, может быть, еще будем говорить. Давайте мы пройдем немножко вопросов, а потом, если
у нас еще будет время, то еще следующая передача. Да, и следующая статья. Спрашивает Тимофей из Новосибирска. С помощью каких коммуникаций буквы отпечатываются и формируются в нашем мире? То есть что нас связывает с ними? Ничего. Ничего не связывает меня с этими буквами. Я могу на них смотреть, как осел на них смотрит. Они ничего во мне не вызывают. Я могу скакать вокруг них, я могу их на себе там выкалывать их у себя там на любых частях тела, ничего это мне не даст. Я должен, читая про эти буквы, желать обнаружить в себе эти свойства. Это называется намерением при изучении каббалы. И тогда свет, который в них заключен, который находится, как мы с вами говорили, вот есть большие буквы в бине, и есть маленькие буквы в нукве, в малхут, это мы. Когда я буду читать, я буду представлять себе, я хочу, чтобы вот эти большие буквы из бины, они повлияли на меня и сделали бы во мне маленькие буквы. Это и является целью изучения каббалы и тем намерением, которое мы должны все время держать во время учебы. Дальше. Берт из Голландии, Алекс с Аляски, Соединенные Штаты. Еще многие спрашивают о целесообразности изучения иврита, чтобы понять книгу Зор. Нет, сам иврит не обязательно изучать. А буквы, они представляют собой просто элементы сочетания духовных сил. Вы на них не смотрите, как на буквы, смотрите на них, как на знаки. Буква в переводе, на иврите буква называется «от». «От» – это знак. То есть любой знак, даже знаки, эти дорожные знаки, называются тоже «от». Любой знак можно назвать «от». Тем же словом, что и буква. Потому что она представляет собой символ сочетания духовных сил. Так вот, сочетание духовных сил нам с вами знать надо. Это просто говорит нам о том, что делается у нас в душе, как мы можем ее формировать. А знать просто читать иврит при этом совершенно не обязательно. Вы все равно будете знать много слов на иврите, потому что они употребляются как латинские слова в медицине, или итальянские в музыке, или греческие там в математике и так далее. Тут никуда не денешься. Это язык каббалы как науки. Поэтому употребляются так. Но в Зоре, кстати говоря, вы можете увидеть много греческих слов. Потому что он написан в то время, когда греческий язык был популярен, на нем разговаривали. Поэтому есть много слов греческих. Вот. Но, в принципе, конечно, язык – это иврит. Язык каббалы. Никуда мы тут с вами подеваться не можем. Хотя Зор написан на арамите. Это параллельный язык ивриту. И мы на нем тоже, допустим, арих ампин. То, что мы с вами говорили. Зеир ампин. Это все слова арамитские. Им те же 5000 лет, что и ивриту. Это два параллельных языка, которыми пользовались в вавилонские эти времена. Там были люди, которые происходили из двух разных ветвей. От Адама, от Шета, это ветвь, которая привела к Аврааму, и это язык иврит, и другая ветвь, которая породила там другие племена, которые говорили больше на арамите. Но в принципе это, ну как допустим, белорусский, украинский и русский языки. То есть родственные такие. Как ирландский, допустим, английский, и английский-английский. Вроде бы один язык, но очень трудно понять ирландцев.
и так далее. Там, во Франции существует много наречий таких разных. Вот. Так что язык не обязательно знать. Дальше. Спрашивает Эрганат из Казахстана. У всех букв есть 4 уровня авиюта? Да. Да. У всех букв есть 4 уровня авиюта. Потому что буквы, они вообще существуют на каждом уровне, в каждом слове, в каждом движении. Все буквы одновременно в нем существуют. Не может быть какого-то состояние, на которое ты можешь указать, что оно существует, если в нем нет всех возможных, абсолютно всех букв и наполнения, сочетания, абсолютно всего. Каждая мельчайшая часть творения, она состоит из всех разновидностей всего, что есть в творении. Если ты возьмешь увеличительное стекло, ты рассмотришь в ней все мироздание. В самой маленькой точке. Вот так вот это идет по бесконечному делению. Как говорил великий Ленин, электрон неисчерпаем. В нем существует вся Вселенная. Это на самом деле. На самом деле так. Да. Диана из Хорватии спрашивает, нужно ли пытаться смотреть на еврейский текст, если я слушаю урок в переводе? Опять, я думаю, что нет никакого смысла. Только если уже вы чувствуете, что вам потихоньку этот язык привыкается как-то, то тогда может быть. Есть люди, которые его все-таки постепенно так изучают. И много слов все равно приходится знать, даже не изучая язык. Язык в Каббале, он очень сжатый. Если вы проверите меня на мое знание иврита, то я, кроме языка Каббалы, практически объясняться могу с большим трудом. Вообще я к языкам, как всем известно, не обладаю никакими способностями. И иврит для меня тоже. Только тот, который относится к Каббале, его я более-менее как-то знаю. Так что... Он несложный язык, это несколько, буквально сотни, две сотни слов, и вы сможете прекрасно все понимать, о чем мы говорим. Спрашивает Илья из Сталина. Мне 13 лет, могу ли я читать книгу «Зор» и одинаково ли воздействие света на меня и взрослого, и кому легче? Нет никакой разницы. Душа не имеет возраста. Поэтому каббалисты, они все такие же мальчишки, как и ты. Это только такие уважаемые дяди, которые состарились, потому что у них нет души. Они такие важные. А если человек себя развивает духовно, то он не чувствует старости. Потому что он каждый день новый. Каждый день в нем обновление. И поэтому ты себя стариком не считай, и я себя... И не считай молодым. И я себя тоже. Человек, он такой, каким он себя ощущает. Можешь делать все, что и в любом возрасте люди. Каббала открыта для всех. Мария из Петрозаводска спрашивает. Буквы – это знаки от взаимодействия света и кли? То есть понять их можно, лишь обретя кли с определенным соответствием свету? Конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Действительно, буквы – это свойства, которые желание наше получает от воздействия на него света. Приходит свет. Приходит свет. Вот это вот благословение от буквы, через букву «Б». Он в нас создает определенные свойства. Мы поднимаемся со свойствами Гальгальта и Наим. И потом уже поднимаем этот ахап. Но не будем сейчас это разбирать уже, какие буквы относятся к Гальгальта и Наим, какие к ахап. Тут еще много у нас. Оставим немножко напоследок. У нас еще много будет с вами вопросов по буквам. Не просто есть большие и маленькие буквы. Есть гематрии, числовые значения букв.
Потому что в иврите не существует чисел, как у нас вот с вами так называемые арабские числа. В иврите их нет, только буквы. И поэтому каждая буква обозначает число. Числовые значения, они используются при указании мощности кли. Ведь на каждой ступени у нас есть все келим, все сферот. А на каких уровнях они находятся, эти сферот? Для этого мы применяем числовое значение. То есть каждая ступень, она имеет свою мощность духовную. Это выражается тоже в буквах. Но в буквах, которые обозначают уровни. Далее перестановки букв. Это очень важная вообще часть каббалы. Потому что как я могу передавать эту духовную информацию? Перетекание свойств, когда я нахожусь в одном свойстве, перехожу в следующее свойство, перехожу в следующее свойство. Мои мысли, как они идут одна за другой. Как мы строим фразу, предложение. Так? Так вот, это вот перетекание свойств, чувств, ощущений, картин, как в кино, когда проходит передо мною. Каждая буква изображает собой определенную картину. Это как иероглиф. И таким образом, переходя от буквы к букве, я строю слова, предложения и так далее. А если я их меняю между собой, имеет здесь место определенные правила перестановки букв. Меняя буквы, я меняю свойства в себе, и таким образом меняю мир, который я воспринимаю. Я тогда начинаю, получаю возможность его исследовать. То есть, вот как я нахожусь сейчас в определенном состоянии мира, вот если во мне есть определенные свойства, по каким законам я могу их между собой поменять, чтобы увидеть более глубокое мироздание, или в каком-то определенном освещении, или в какой-то определенной цепочке по-другому, может быть, проходящих событий. Это я решаю с помощью перестановки букв. Я решаю, я ничего не решаю, ничего не знаю. Есть книги, в которых это записано. Я открываю книгу, а в ней буквы расставлены в другом состоянии. Ахдатам, Иштрум, всякие такие слова, которые, в общем-то, не знакомы нам, они не слова. Но когда я беру из обычного слова и делаю вот эти перестановки, допустим, первая буква алфавита с последней, вторая с предпоследней и так далее. Или меняю местами вторую с первой, или первую, вторую с третьей, четвертой. Вот такие комбинации. Что при этом я меняю? А ведь каждая буква, она относится к определенной сфере. И тогда получается, что у меня возникает здесь огромная возможность вхождение, это получается как матрицы, если помните из математики, кто изучал. Это целая вообще система исследования мира. Не просто многоступенчатая, а, многоуровневая, когда человек входит на совершенно иные ступени. Вы знаете, как есть геометрии, допустим, геометрия Лобачевского, геометрия Римана, геометрии там еще кого-то, где любая вот какая-то искривленная поверхность считается как плоская. И вот на ней начинают строиться там какие-то другие теории. Применяются там при различных там искривленных пространствах, там в астрономических, допустим, исследованиях и так далее. То есть я хочу сказать, что здесь нам представляется, дается в руки такой инструмент. Он не просто инструмент чисто умозрительный познания, как мы с помощью, допустим, рядов в математике, рядов Фурье или там логарифмов, там каких-нибудь изучаем какие-то свойства. То есть можем получаем инструмент для их изучения. Здесь мы с помощью букв меняем мир, потому что мы меняем себя. Я с помощью букв в себе делаю всевозможные перестановки, комбинации. Я могу делать все, что угодно с собой, внутри себя. Переставляя внутри себя части, я переставляю связи между ними.
Я ощущаю себя в новом мире. Это, знаете, как в сказке. Куда захочешь, туда и войдешь. Где захочешь, так и повернешь к себе мир. И вот ты в нем уже путешествуешь внутри себя, переставляя и изменяя всевозможные свойства по тем правилам, которые излагаются в каббалистических книгах. И при этом ты познаешь на глубину творения и что сделал Творец на самом деле. Откуда изнутри, вот из самой глубины, как он постепенно все это формировал для тебя, чтобы ты вот тут вот на самой внешней части творения, на ее оболочке прилип и постепенно так вот внутрь до него доходил. Знаете, как вот входишь в тело, даже в человека, вот есть эти фильмы всевозможные, говорящие о физиологии нашей, где там все переливается, все крутится, там по трубочкам по нашим внутренним, там куда-то течет, что-то меняется и так далее, расширяется, сдвигается. Вот то же самое здесь, только мы входим в огромную систему мироздания, в общую душу, и в ней мы ощущаем вот этого Творца, который все это создал, который это все поднимает и ведет к цели. И все это в том единстве, о котором мы с вами говорили, которое проявляется в букве Алиф. Поэтому с нее все начало, она первая буква алфавита, и она же та последняя, которая выявляется и проявляется здесь, в нашей статье, которая последняя приходит к Творцу. Вот на этом, пожалуй, мы с вами закончим сегодня этот урок. Следующий наш урок, я думаю, он будет посвящен празднику Песах, может быть, выходу из Египта, подъему над нашим эгоизмом. Мы, кстати говоря, начинаем уже в эти дни, я просто сдал в типографию брошюру, и я жду, когда она придет, где-то через 2-3 дня она придет, и мы начнем здесь изучать, я думаю, может быть, завтра или послезавтра начнем изучать материалы, относящиеся к выходу из Египта, к подъему над нашим эгоизмом. Все материалы по Зору, по всем статьям, которые существуют в Кабале. Будет такая книжка, будет называться так, собрание, сборник Пейсах. Значит, мы вас ждем тоже на этих занятиях, они будут и утром проводиться, и вечером мы будем изучать. А в празднике, то есть начиная со следующего понедельника в течение недели, у нас будет в течение дня и вечера, каждый вечер будет трапеза, и мы будем много раз с вами тогда иметь возможность видеться. Спасибо вам за участие на уроке. Я желаю, чтобы вы смогли на своем сердце написать весь алфавит от первой до последней буквы, потому что наше сердце является этими нашими желаниями. Так и сказано, напиши Тору на сердце своем. То есть полностью исправь все свои желания, подстать этим буквам, и таким образом станешь равным Творцу. Будьте здоровы, до свидания.